И к другим новостям. Ежегодно при поддержке Республиканской организации инвалидов войны в Афганистане проходят встречи курсантов Сызранского летного училища с чебоксарскими школьниками. Накануне Дня защитника Отечества тема патриотизма, выбора профессии более чем актуальна. Школьники с интересом слушают рассказы о службе в училище. На этот раз курсанты даже провели виртуальную экскурсию по училищу. В сердце каждого курсанта, то есть, как горит за родину, вот, и все больше и больше хотят летать, учиться и все, продолжать службу. Мы уже на втором курсе обучаемся, ни о чем не жалеем. Хочется быстрее уже сесть за штурвал и самому начать самостоятельные полеты. Такие встречи со школьниками Чебоксарской средней школы номер 10 уже стали традиционными. Наша задача, если мы сегодня говорим о родине, о защите, вспоминая фронтовиков, афганцев, Северный Кавказ, естественно, мы будем говорить о выборе профессии военного. Уникальная сегодня возможность. Наши питомцы, нашей организации инвалидов войны в Афганистане республиканской, сегодня находятся в отпуске и имеют возможность общаться с старшеклассниками. Из 900 курсантов Сызранского летного училища, набранных за 3 года, 30 – наши земляки. С каждым годом все больше ребят выбирают профессию военного вертолетчика. Критерии отбора жесткие. Для поступления необходимо сдать ЕГЭ по математике, по русскому и по физике. Ну и иметь хорошее здоровье и физическую подготовленность. Желаем всем ребятам из Чувашской республики поступить в наше родное училище, освоить профессию военного вертолетчика. Это даст вам большой шанс в будущем. У вас будет достойная мужская профессия, которую будет не стыдно сказать. Вы будете защищать родину. Поступайте в наш СВАУ. Родион Архипов, Расиль Мухаметов, Республика.